Друзья, для того, чтобы сегодня стать по-настоящему народным артистом, как показала практика наших следующих исполнителей, вовсе не обязательно ждать десятки лет. Можно просто сыграть, спеть красивую песню, выложить ее в интернет, благо у внуков есть мобильные телефоны, и сразу прославиться на весь мир. Так произошло и с артистами, которые уже готовы выйти на эту сцену. Их видео набрало уже десятки тысяч просмотров. Они такие искренние, такие настоящие и готовы поделиться с вами своим творчеством. Встречайте, ансамбль «Крыница» из деревни Новые Милевичи Жидковичского района Гомельской области. Часов мы едем на работу, и дружно мы комбайны ведем. А нам звонят, что едет Лукашенко, и с удовольствием мы его все ждем. А нам звонят, что едет Лукашенко, и с удовольствием мы его все ждем. Oh,